Привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Surviving Mars. Мы с вами разобрались, наконец-таки, с проблемами с едой. Я тут построил грибную ферму и, естественно, еще пару ракет уже людей сюда загрузил. Тут вообще немножечко в куполе все переделал, да, построил дополнительные жилые блоки. Тут как-то потихонечку, понемножечку, но периодически появляется ребенок. Поэтому, в общем-то, какой-то прирост небольшой, может быть, даже есть. Но хотя люди тоже стареют, помирают, поэтому пока непонятно, как здесь будет продолжаться у нас все это дальше. Вот. Но с едой мы разобрались, она здесь есть. Здесь тоже, в общем-то, еды в достатке у нас. Этот купол по-прежнему у нас не задействован, но чуть попозже его задействуем. Пришлось тут построить еще дополнительно тоже Мокси, чтобы кислород вырабатывался, а то иначе у нас нехватка стала его жесткой. Я опять же расширил сеть. Электросеть нашу, чтобы ночь мы смогли с вами переживать без электроэнергии, грубо говоря. Я, на самом деле, хочу, наверное, избавиться еще вот от этих вот ветряков, потому что у нас по-прежнему нет с вами завода, который вырабатывал бы, делал бы нам запчасть. Воу! Вот это внезапно было. Ну ладно, повезло, что никуда не на наши постройки дропнулся. Вот, поэтому запчастями пока у нас так же, как и с электроникой, туго все в поселении в нашем, да, в колонии, но более-менее выживаем теперь хотя бы, знаете. Еда есть, кислород есть, вода в принципе есть. У нас вот излишки кислорода даже 0,5 есть. Нехватка энергии, но за счет того, что мы за день успеваем накопить, в принципе, аккумуляторы, то как бы вот все в порядке у нас и получается. Сейчас опять день начнется, и тут, видите, еще даже текущий заряд 153 остался, вот и все, и пошла зарядка, как бы получается сейчас, поэтому нормально, в принципе, выживаем. Производятся у нас полимеры, людей, как я сказал, уже прибыло у нас не один раз. Мы с вами смену заполнили, в принципе, здесь тоже смена у нас заполнена, и еда сюда поставляется. Если что, мы как бы сюда еще бывает, ну, загружаем отсюда, потому что здесь явные излишки еды, и тоже довозим сюда его. Металлы кончаются потихоньку поблизости от нас, ну, собственно, они все дальше и дальше, нам нужно будет с вами разрабатывать, я думаю, вот эти вот месторождения, да, но для этого нам с вами нужно будет построить здесь, опять же, купол поблизости, я так полагаю. Давайте-ка вообще посмотрим, что у нас тут есть. Экстрактор, так, металл-экстрактор, да, вот он есть, обслуживание, две запчасти. Слишком далеко от куполов, нужно будет ставить здесь купол. Еще один, у нас как раз-таки здесь есть малыши, которые работают, вот, и поставим купол, люди туда тоже перенаправим и, собственно, будут добывать металлы, потому что действительно уже на поверхности очень много его где забрали, приходится ездить аж сюда, а скоро уже, мне кажется, энергии будет не хватать нашему погрузчику, чтобы он доезжал туда. Также у нас свалки потихонечку заполняются, я их все расширяю и расширяю, все больше и больше становится, но потихоньку все равно заполняется, потому что постоянно непрерывно выработка вот этого шлака у нас везде идет. Давайте тут еще добавим тоже. Опс, ядрить его налево. Видели, как прилетел сюда? Ну, не, нормально, повезло, в принципе, более-менее. Обошлось. Сейчас тут только им починить нужно. А у них что, металла нету? В смысле, у вас металла нету? Черт, металл кончился, и правда. Так, дружище-погрузчик, давай-ка выручай нас. Тут металл есть? Тут металла совсем немножко. Ладно, тебе нужно ехать за металлами в любом случае. Где они тут были ближайшие-то от нас? Я уже даже не помню, где последний раз их ковырял. Вот здесь, кажется, где-то. Вот, тут есть чуть-чуть, где добывай сюда, пожалуйста, сколько их там? 17. Ну, хотя бы 17 штук добудь, да. И привези сюда. Тут на пограничной зоне, в общем-то, поставил склады тоже, чтобы наши малыши эти могли добывать отсюда, забирать, вернее, эти могли забирать отсюда при необходимости. Поэтому так. Ну, в принципе, в целом, все нормально у нас в поселении. Еда есть, вода есть, кислород есть. Но вот, блин, с обслуживанием. И полимеры есть. Полимеры нас обслуживают, я напомню, вот эти вот замечательные накопители энергии. Поэтому, в принципе, с энергией тоже проблем нет. А вот все, что с механикой связано, у нас такое себе. Механические запчастей становятся все меньше, электроники тоже меньше, поэтому приходится как-то обыгрывать это все. Так, поврежденный кабель где? Ну, здесь понятно. Так, где еще? Неработающая постройка. Я понял, для ремонта нужен металл. Сейчас на металл подсоберется, и мы привезем сюда. Также мы с вами стали добывать редкие металлы. Мы перенаправляем их, собственно, в наш корабль, который здесь стоит. У нас 19 штук уже есть. Я думаю, я его заправлю на самом деле, да. И, не знаю, 20, допустим, добудем и отправлю, посмотрю, сколько с этого денег будет. Потому что денег у нас тоже немного, а мы хотя бы сможем, наверное, купить с вами тогда, заказать себе здесь тех же хотя бы запчастей на первое время. Иначе как бы нам, ну, просто по-другому не выжить. Вот, по поводу купола, который у нас будет установлен здесь для добычи металла, давайте посмотрим, кстати говоря. Это будет уже четвертый купол, получается, но у него нужно будет заселить обязательно кого-то, иначе все будет не очень. Блин, у него площадь-то маленькая такая. Так, и как быть? Ну ладно, у нас здесь есть маленькие помощнички наши, вот эти вот, да?
которые сейчас, кстати говоря, нихера не делают. Поэтому мы их перенаправим по-любому сюда. Давайте идите пока здесь, потусуйтесь. Вот, и они будут как раз-таки часть обхватывать у нас. Ну, на первое время так, потому что ЦУ-дронами... А, мы же можем ЦУ-дронами строить. У нас же, кстати говоря, исследование прошло. Точно, я забыл совсем про это. Где она там был, только вспомнить бы. ЦУ-дронами, вот. Но видите, обслуживание, опять же, блин, электроника требуется. И электроника для постройки требуется, что самое важное. У нас ее вообще нет практически сейчас. Поэтому такое, придется немножечко пока как-то, знаете... Так, что это такое? ЦУ-шаттлов. Место стоянки для заправки шаттлов, которые транспортируют ресурсы между удаленными складами и хранилищами, а также перевозят колонистов, когда там... Ага! Блин, вот эту штуку бы тоже построить, но опять же, до хера электроники требуется. У нас пока такого, к сожалению, нет. Туннель мы с вами тоже еще успеем построить, не переживайте, ребят, все у нас будет. Но чуть позже. Сегодня вот нужно именно шаттл... Ой, шаттл, говорю, купол построить. Так, наши более чем скромные успехи подвергают сомнению саму идею успешной межпланетной торговли. Нам остается лишь надеяться, что это дело не закончится, что в дальнейшем при оценке коммерческой добычи ресурсов на Марсе люди примут во внимание непомерную трудность работы в Красной планете. Впрочем, колония никуда не делась. Наш голос достаточно слышен в средствах массовой информации, так что идеи разработки Марса не должны полностью забросить. Но мы потому что не успели с вами металла добыть, как бы, нужное количество, да, и вот так вот вышло. Но ничего страшного, ничего страшного. Мы потихонечку сейчас все равно будем переправлять его. Так, я думаю, я, знаете, я вот так, наверное, сделаю как-то, да? Вот так. Вот так нормально будет, я думаю, здесь. Купол захватывает. И, в общем-то, здесь территория тоже, получается, будет у нас, да, в охвате. Здесь дополним. Все, сделаем вот так, давайте. Так, ставим сюда купол тогда. Все, малыши, пошли у нас работать, получается. А вы, дорогуш, будете работать у нас здесь. Потом вас сюда переставлю. Тоже по поводу еды, не знаю, либо буду возить соседских с этих куполов, да, потому что здесь избытки есть, в принципе. Гидропонные фермы я внутри вообще, на самом деле, честно говоря, смысла не особо вижу строить. Ну, как бы тут и не есть. Тут они есть, конечно, да, они вроде что-то производят даже. Собственно, за счет этого избыток и есть еды. Ну, а так вот лучше, мне кажется, построить действительно, знаете, снаружи вот такую ферму. Она, в общем-то, достаточное количество еды на один купол производит, как, ну, вроде бы, по подсчетам моим. Если я не ошибаюсь, так, еда 5,2. Ну, как бы, да, тут они едят, и потихонечку даже склад все равно заполняется вроде как у них, поэтому все нормально. С полимерами тоже беды никакой нет, они производятся, их вообще везде дохерично, на всех складах они есть, поэтому все норм. Вот, а купол новый нужно ставить. А в купол можно у нас особые сооружения также ставить, я напомню, да, у нас появился еще медицинский центр, пока он недоступен, к сожалению, вот, а систему водочистки можем, но там, блин, обслуживание, 3 запчасти и ужас, короче, ужас, ужас, мы пока такие, на такие жертвы не готовы с вами пойти, нам проще поставить дополнительный, допустим, кислорододобытчик, этому оксида, или, например, что-нибудь связанное с водой, поэтому пока так, а у нас воды сейчас пока в ноль, да, получается. Воды у нас получается... Так, подождите, я посмотрю. Воды у нас в ноль, да? Так. Водопровод произведен в час. Общая потребность 6. Запас воды. У нас как бы запас воды есть все равно. Получается, у нас он как-то с излишками производится, что ли? Получается, с излишками. Ух ты же, елки-палки, как здесь все плохо-то, слушайте. Так, давайте срочно чинить. Ты там сколько-то был? 17. Мало 17. Давай добывай еще. А тут и нихера и нет уже, да? Поблизости-то получается и нет ничего. Это что такое? Это металл? Это полимер. Нам полимер нахер не нужен. Металл нужен. Так, вот здесь металл, да? Сколько металла? 18 металла. Давай едь сюда. Я надеюсь, блин, тебе заряда хватит, чтобы ты смог и здесь добыть все и вернуться еще обратно. Ну, пока меньше. Вернее, пока больше половины, значит, точно хватит на обратную дорогу-то. Логично, в общем-то, да? Давай, добывай. Все, сейчас добудем. Хотя бы еще 18. Тут металл тоже. 20 есть, ага. Хорошо. О! Аномалия. Аномалия — это прекрасно. Аномалия — это хороший повод. Так, ты у нас заряжен? Заряжен. Иди-ка, изучай аномалию. Потому что в аномалии бывает и денежку присылают за аномалию нам, а бывают еще всякие полезные штуки. Так что нормально. Что у нас по сканированию? Так, сканируется здесь, здесь, здесь. Давай потом еще сюда и вот сюда пойдем сканировать. Здесь тоже все уже, видите, изучили. Тут много воды сверху, есть аномалия, есть немножечко бетона. Ну, как бы, в основном там вода, конечно. Поэтому, в принципе, лучше вот сюда идти как раз. Тут и металл, и все прочее. Есть и полезные, так скажем, металлы, которые мы можем продавать с вами. Так, сколько у нас здесь заполнено, кстати? 21 уже, 21 единица. Но нам нужно будет топливо сюда перевести, просто, которое вырабатывается. Где оно там есть у нас? Вон уже до хера. Как раз-таки на ракету хватит, и мы с вами... отправим это дело. Так, ну пока у нас погрузчик занят. Ты добыл 35. Ладно, отвези 35 хотя бы, знаешь. 35 уже неплохо. Сюда вот отвези, короче. Там мне дальше сами распределят, куда им нужно будет уже это дело. Растаскают. Так, а здесь у нас чего не хватает?
Как раз таки металла, блин, 20 штук, ёлки-моталки. 20 штук металла. Это сейчас считается, 15 останется у нас только там, они все растащат, и неработающие постройки, ну, понятное дело, потому что они все поломаны к чертовой бабушке. Так, ну здесь-то у нас как хотя бы идет. Ну, еще ночь переживем, нормально, нормально. Там уже, может быть, отремонтируется. Да, и металл, конечно, нужно добывать нам срочно, прям вот в срочном порядке. О, ну, хотя бы так уже неплохо. Ладно, иди пока подзаряжайся обратно. Сюда. Металл, конечно, требуется до хрена вообще и больше его. Но ничего, сейчас купол построим, людей туда пришлем. Хотя на Земле, мне кажется, не так много людей уже осталось. Готовых приехать на Марс. Ну ладно, посмотрим. Так, все, пошло дело. Металл выгружается. Сейчас они его, правда, по клочкам сразу же разберут тут же. Просто за секунду все, что было, вот и считайте, и нету, да? Ну, я думаю, что да. Я думаю, так и будет. А нет, что-то осталось сколько? 18 штук даже, серьезно? Чего себе. Потому что, видимо, их просто маловато. Здесь металл есть у вас? Нихера здесь нет уже тоже. Ох, охонюшки, ладно, давай мы пока сейчас перевезем топливо тогда, загрузить ресурсы, перевозить топливо, да, нам нужно ракету отправить с материалами, добытыми здесь, и, в общем-то, денежку хоть какую-то получим, я надеюсь, что нормальную денежку. Давай загружайся. Да, наверное, все топливо загрузим, которое здесь есть, ну, вернее, по максимуму, фул загрузим. 45, все, молодец, давай, уходи. А в ракету, по-моему, 40 и нужно же, да, топливо? В ракету уже 40 и нужно, выгружай здесь. А, 3, а, да, 40 топлива. Ну все, отлично, как раз-таки сейчас заправим тогда, и все. И ок. И полетишь от Седова. Так, ну, еды много. Жалко, еду нельзя отправлять. Жалко, что экспорт только есть, эта хрень. Все, пошла заправочка, сейчас ракет там быстренько заправят, и будем молодцами. Еду я, хз, еду пока перевозить, наверное, сюда не буду. Зачем она здесь у них и так тоже есть, в принципе, потихонечку, все-таки в плюс идет. Видно, что в плюс идет. Все, здесь все починили, но металл у нас как бы опять уже все в минус ушел сразу же просто. За секундочку, да? Ох, ладно, хорошо, хорошо, я вас понял. Так, ну ждем заправки. Нужно заправиться. Что с металлами делать? Здесь, может быть, поближе где-то есть? Это не металл, случайно где-то. Это не металл, к сожалению. Ну да, у нас надежда вся на купол получается. Вся надежда на купол. Так, опять металл здесь растащили. Бетон есть, все есть, в принципе. В принципе, это все есть. Давайте, стройте купол, короче, мелкие. Два металла еще нужно, да? Не хватает немножко. Я понял. Будем добывать, тогда что делать еще остается. Так, ты, друг, давай заправляйся. Подзаправься и шуруй за металлами тогда пока еще. Раз их все же не хватает. Так, бы найти бы где-нибудь их, а? Давайте посмотрим, может где-то здесь металл есть. Поблизости, не? Вообще не, никак, да? Совсем. Вот какие-то глыбы валяются, но это нихера не металла. Полимеры это по-любому, да, 7 полимеров нам не надо. Так, а здесь что-нибудь... Ну, короче, сюда нужно ехать за металлами 19 металлов. А вот здесь, может быть, подождите. И что-то тоже нихера нет уже, да? Вот тут 20 металлов тут. Ну, короче, едь сюда. Давай, добывай. Поехал. Надеюсь, ты вернешься целым и здоровым. С металлом желательно на борту. Так, здесь у нас заправлена ракета, но там она пустая. Здесь у нас заправлена и, в общем-то, 22 ресурса экспортных у нас получается загружено. Давайте отправим. Нам нужны деньги, реально. Нам нужны деньги. Все, отправляйся. Долетишь и посмотрим, сколько там денежек в итоге насобираешь. Так, ну да, еды у нас 97, явно хватает ее. Металлов 0. Редкие металлы один. Ну ничего, сейчас будут потихонечку скапливаться. Как раз таки пока ракеты летают. Маяк у нас хочет. А что это у него? Вы в него загружаете? Так вот, только видел дрон. Заехал же вроде бы, да? Или показалось? Короче, наверное, ракеты. А, нет. Что ты катаешься туда? Заправляешься, что ли, или что делаешь? Непонятно. Так, что у нас здесь по поводу детей? О, да, начинает плодиться. Ура, господи, боже мой. Неужели? Я уже думал, никогда этого не случится. Начинает плодиться, хорошо. Места рабочие я все распределил, там все нормально, четко, ровно. Неработающие постройки. Не хватает металлов, блин, горелый. Ну сюда, значит, металл отвезем, чтобы здесь тоже починилось все это. А то как-то, знаете, не очень хочется, чтобы люди здесь гибли почем зря. Так, у тебя еще много есть? Давай, добывай здесь металл. Что у нас с куполом? Построился он? Нет, мне кажется, нет еще, да? Нехватка металла. Одного не хватает, ну серьезно, елки-палки. Но мы все равно сначала выгрузим сюда и часть сюда отправим тогда, как раз чтобы доделали купол. Там уже будет нормально. Здесь построим установочку. Надо будет как-то все это быстро сделать, чтобы нам металлов на все это хватило. Это будет невероятно сложно, но мы постараемся с вами, конечно. Мы с вами постараемся. Так, смотрим 31. Давай
по фулочке по максимуму забьешься, да? Тут еще металл, если что, есть вот здесь. Ну, про такие маленькие месторождения, капец. А, вот 23, хорошо. 23, здесь нихера не металл. Нехватка кислорода у нас сейчас есть, но пока у нас запас, в принципе, запас кислорода 151. Сейчас они тратятся, вот, нам нужно починить срочно этот мокси. 39. Давай, ладно, возвращайся, все. Возвращайся, пожалуйста. Кислород нужно починить. Так, давай, господи, куда мы там поехали-то? Все, сюда здесь выгружай. Сюда металл выгружай, пожалуйста. А, не-не-не, где, подожди, не туда. Вот сюда. Все, металл выгружай. Он сейчас выгрузит. Здесь они все починят, кислород опять будет в достатке. Вот хорошо, что я здесь, знаете, второй бак поставил. Я еще думал сначала, бак ставить здесь или нет. Но в итоге решил, что поставлю. И правильно сделал, на самом деле. И правильно, черт его побери, сделал. Сюда бы тоже людей отправить, свободного жилья. Можно целую ракету из 12 человек сюда приземлить. И здесь как раз-таки забьются все места. Вакансии 4, но мы это дело расширим, если что, да? Тут люди. Или не расширим нихера. Ну, что-нибудь построим здесь по-любому, какую-нибудь развлекаловку. Нормально будет. О, все, поехало. Так, только весь металл сюда не ссаживай, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо. 8 оставь, 7, ладно. Давай, едь сюда и выгребай здесь его. Металлы, металлы. Вот сюда все выложи. Нормально. Не, слушайте, ему заряда хватает. Он молодец у нас. Он прям катается здорово. Как надо. Все, пошло дело. Сейчас, надеюсь, купол достроит. Иди подзарядись, заслужил. Отдохни пока. Так, наблюдаем, что у нас здесь творится. Да все хорошо у нас здесь, да? Все хорошо. А безработных один вот появился. Ох, я даже не знаю. Ну, полимеры 2,4, в принципе, у нас хватает. Явно хватает. Полимеров у нас явно хватает. В принципе, не здесь много, да, и здесь есть. Так, все здесь починилось. Кислородная сеть, по идее, у нас должна... Да. Кислородная сеть. Общая потребность определена в час. Чего? В смысле? Подожди, это ерунда какая-то. Нехватка кислорода, почему нехватка-то? Починили. Опять где-то что-то поломалось там, да, я смотрю. Нужно, короче, знаете, ставить на каждый купол просто отдельные такие вот все штуковины. Типа поставил несколько аккумуляторов на один купол, на один купол. Мне кажется, будет самая нормальная система. Ну, раз уж мы с вами изначально начали делать так, то... В принципе, конечно, сможем потом, когда у нас с материалами будет более-менее нормально все. Так, у нас закончился, короче, механические запчасти, я понял. У нас планета... Ой, это пока штука летит, в смысле, ракета. Да, нужно как-то это, блин, пережить. Почему кислорода не хватает, понять не могу. С кислородом же все нормально вроде. Давайте отключим пока топливник. Чтоб он не жрал ничего у нас. Так. Не, все, с кислородом все хорошо. Вот, производство 4 пошло. Нормально. Так, с водой все тоже хорошо, замечательно. А, господи, это сообщили, потому что купол построился. Я думаю, что за херня. Вырубаем нафиг его пока что. Вырубаем. И нужно сюда сейчас все будет протягивать, да? Так, а вы, малыши, едете сразу сюда? Наверное. Не-не-не, стой, не, нихера не едь. Здесь зарядись сначала. Тут что-то какой-то незаряженный. Давай. О, пошло дело. Так, а мы, малыши, давайте здесь будем тянуть тогда с вами сейчас все необходимое. Трубопровод. Да, нужно сюда. Блин, тут свалка намешается, наверное, или как? Да, по свалке не протянешь. Так, ну нужно здесь тогда сейчас, подождите, вот сюда. Можно будет? 484 миллиона. Слушайте, ну неплохо. 524 миллиона, итого у нас есть. Мы с вами сейчас тогда давайте закажем сразу механических запчастей, наверное, я думаю, да? Так. Запчасти. 90 лямов. 100 лямов. 180 лямов. 200 лямов. 15 запчастей и 10 электроники. Хотя бы так. Запустить все, давай. Ура, сейчас нам запчасти привезут, это будет хорошо. Нехватка воды, 0,3. Чё с водой-то опять не так? Почему нехватка воды? Ну я понял, почему. Вот почему, потому что запчастей нету нихера. Ладно, сейчас ракетка прилетит, мы, главное, надо дожить как-то. У нас запас же есть воды? Да, пока запас есть, мы живем нормально, все. Давайте строить пока дальше трубопровод. Блин, нахера я здесь это сделал? Ну, не, можно так-то переместить, конечно, это все. Типа, знаете, сделать вот так. Сейчас... Здесь свалка, вот так, да? Здесь свалка. А это, типа, убрать? Но нужно будет ждать, пока это все разрушится тогда.
Но зато здесь местечко освободится у нас, конечно. Раз, раз. Сейчас мелкие займутся работой, они будут перетаскивать все сюда. Давайте вам здесь еще свалку сделаю, вот. Большая такая, большая, здесь у вас свалка будет. Ага, я там что-то разбираю, смотрите. Забавно. Тоже пустая порода получается, да? Все, давай, ладно, пускай работают. Пускай работают. Опс. Ёлки-палки, вот это вообще не классно, что он ударил сюда прямо. Купол без воды. Вашу ж налево. Вашу ж налево. Так, давайте чините. Блин, металла нет нихера, да? Где наш этот металлический друг? Давай добывай металл, короче, есть. Вот жесть. Вот жесть. Так, где металл у нас были? Подождите, нужно найти их сначала. Где-то здесь же были, да? Где-то вроде здесь были. Так, вот раз металл вижу. Угу, все, давай. Едь сюда быстро. Добывай металлы. Хоть сколько-нибудь накопай. Жесть, кто бы знал, что такая острая потребность в металлах у нас будет, а? И починить-то главное нечем. А здесь есть металлы? И здесь металлов. А, здесь металл есть. Блин, можно было отсюда взять 27 штук. Беда, 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 беда. А, так все, потому что трубы все вылетели нахер вообще. Смотрите, здесь просто вода не поставляется сюда. Просто не поставляется. Кобздец. Кобздец. Так, дружище, ты добываешь уже? Ну, добывай, ладно, сейчас добудет здесь. Давайте его одно место добудет, отправим его на склад нахер, чтобы он быстрее все перенес. Сколько здесь получается? Еще 13, давай быстрее. We have an oxygen shortage. Да что такое-то? С кислородом да что не так? Все из-за трубы тоже? Ну, походу, да, потому что все нахрен дымит, трубит и т.д. и т.п. О, жесть какая. Вот метеорит-то какой, слушайте, подставил нас как. Ну, ладно, ничего, давайте, давай, давай, добывай. Добывай быстрее. Все, бегом сюда. Бегом, 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 прям бегом. Прям быстро, быстро, быстро выгружай. Выгружай все здесь. Капец. Вот это мы попали с вами, а? Вот это мы с вами попали, нечего сказать. Просто нечего сказать. Так, здесь у меня отключено все верно, потому что у нас бетона так дохера везде, в принципе. Кроме вот этого места. Но сюда мы еще что передвинем его немножко. Нам сейчас главное с вами, блин... Так, у нас что-то по запчастям. Угу, все, вот металл отбывается потихоньку, это хорошо. Ракета до нас летит, в принципе, все, это почти приехал. Давайте, малыши, быстро работаем. Быстро залатываем все дыры, которые у нас объявились вдруг внезапно. Капец. Черт, метеорит, что ж он так поналупит-то? Все, пошли, 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 малыши, давайте работаем, 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 работаем. Так, ты давай иди сюда. Едь сюда, потом заправишь, тебе еще зарядки до хера. Загрузи ресурсы вот эти, пожалуйста, металла, да немножко здесь возьми. Благо тут тоже их чуть-чуть есть. Так, давай. Ну не весь, там половину хотя бы возьмет сейчас. 13, все, хватит, хорош. Едь сюда давай. Все, трубы делают вроде бы, да? Да, выгружай. Выгружай сюда тогда. Ну не, вроде бы нормально сейчас. О, какой сектор хороший тоже, сочненький, отсканировался. Все, выгружается, сейчас вроде должно все починиться. Ну-ка, запчастей, понятное дело, нету. Так, здесь все, что у нас требуется? Здесь тоже запчасти требуются, блин. Так, здесь вообще отключено. Ну все, вроде более-менее все подлатали. Все, что нужно было подлатать. Где металл требовался, да? Так, у нас ракета летит, летит запчастями сейчас. Ты у нас отправляйся пока тогда, наверное. Что-то здесь будешь стоять у нас. Улетай. Место не занимай, сюда как раз таки приземлим эту ракету и все. Приморсим. Приморсим, конечно же. Черт, металлов совсем жопа с металлами, да? Так, друг, ты пока едь тогда обратно. Сразу за металлами, ты заправился как раз таки. Добывай их, так. Где они были-то? Вот эти, вот это месторождение, да, по-моему? Давай, едь сюда за металлами. И все, блин, тут больше нихера нету, что-то поблизости. Что-то вообще нихера нету, вот здесь еще металл есть. Или это не металл? Что это? Металл 32, нормально, ладно. Ой, жесть какая, ну ладно, будем справляться. Так, у нас ракета-то прилетела уже, давайте ее выгрузим срочно. Вот сюда тоже. Ой, чик. Приморсяйся, пожалуйста. Ага, так, сколько у нас тут редких металлов есть что-нибудь? 4 пока только штуки, да? А, ну потому что, блин, запчасти нужны, запчасти. Запчасти, ладно, сейчас будут вам запчасти, сейчас все вам будет. Не переживайте, сейчас вам все будет. И запчасти, и электроника, все что хотите. У нас электроники даже есть немножко на самом деле. Главное запчасти, чтобы сейчас все заработало у нас опять. Черт, а когда же у нас будут доступны эти чертовы
Так, постройки, новый высокомедицинский центр, та-та-та. Так, новый купол средний, о, ничего себе. Так, 10 колонистов, самоход не требует подзарядки. С дополнительными дронами, 4 штуки, может контролировать больше, так, аппаратов. Емкость батареи дронов увеличится на 50%. Вот эта штука хорошая, да и эта штука хорошая тоже, слушайте. Генератор Стирлинга, новая постройка, генератор Стирлинга. Так, солнечные панели в закрытом состоянии постепенно очищаются от пыли. О, давайте-ка вот эту штуку, хорошо. Так, систематическая подготовка. Ученые ботаники получают ДРТТ. Марс в прямом эфире. На Земле будет появляться все больше добровольцев. Тут хорошо. Марс в прямом эфире — это нормальная тема. Все любят смотреть ток-шоу. Ладно, ладно, все, пускай изучается тогда. Блин, а когда же мы с вами сможем строить-то? Не, конечно, мы можем покупать периодически, да, типа вот за счет вот этого вот. Но сюда нужно еще немножечко людей тоже. И сюда людей нужно. Так, что у нас по металлу? Давай, где там еще металл-то был? Металл. Где-то видели тебя, точно помню. Ешки-матрешки. Где же ты был-то? По-моему, внизу где-то, нет? Вот. Давай сюда едь, добывай. Отлет с Марса. Один колонист у нас улетел, да? Ладно, я понял. Все хорошо. Не-не-не, друг. Нет. Аборт-мишн. Где? Где сюда? Заблудился немножко. Ничего, бывает. Так. Этот купол не работает у нас. Блин, может быть, в этом куполе что-нибудь сделать? А хотя, что здесь сделаешь? Здесь особо-то ничего не нужно. Может, его убрать нафиг тогда? Что он у меня здесь стоит, да? Трубы сейчас проведу, да и все. Трубы и электронику. Что реально купол-то нахер он здесь нам нужен? Стоит, что-то только место загораживает. Так мы, в принципе, с вами все сделали. Здесь купол, там купол, тут купол. Давайте, наверное, уберу, да. Так, сейчас тогда давайте металл загрузим только. Металла пока немножко есть, в принципе. Загрузим неработающие постройки. Что, опять не работает у нас? Да вашу ж мать, что такое? А, бетон нужен, здесь бетона нет. Ну сейчас привезем. Сколько всего нужно-то за раз сразу делать? Все, 45, молодец. Уходи отсюда. Давай, уходи отсюда, вези металл сюда. Сюда металл вези. Потом бетон забирай здесь, да где угодно забирай. И вези его сюда. Тогда вот так, я думаю, сделаем. Так, магнитная фильтрация. Это у нас что? Я уже забыл. Что-то изучал, хрен его помнит. Так, датчики автономные. Магнитная фильтрация, это, по-моему, что-то связано то ли с водой, то ли с кислородом. Какой-то с выработкой чего-то, короче. В общем, типа, сейчас должно стать все лучше у нас. Да, излишки воды 2,7. Во, найс, хорошо. Излишки кислорода 0,5. Все, отлично, супер, господи, боже мой, опять живем. Наша колония продолжает оживать, ей. Так, здесь потихонечку заправляется. Да, давайте включим тогда тебя. Включим тебя, сейчас тебя заодно отремонтируют, во. Нормально все будет, потому что запчасти все-таки есть. Хоть чуть-чуть, но привезли их, да? Так, где ты есть? Едет. Запчасти мало ресурсов. Я понимаю, что мало ресурсов, но что сделаю-то? Что я сделаю-то? Не, из ниоткуда их, к сожалению, не возьмешь. Так. Все, металл давай забирай. В смысле, выкидывай, сейчас будешь забирать у нас... забирать у нас будешь бетон. Так, заправка, подожди с заправкой, давай загрузи ресурсы. Бетончик забери отсюда, во. Прям много-много-много забери. Сразу в ту область перевезем, а то там нет нихера. 45 загрузим, во, по максимуму. Молодец. Едь сюда, давай, выгружай бетон сюда им, чтобы они тоже хоть и ремонтировали себе, бедолаги. Тоже в какой пылище там живут, непонятно что. Здесь сейчас все будем тоже менять, удалять. Здесь тоскуют, да, потому что им мало развлекухи, по ходу дела. Собранный урожай несъедобен? В смысле несъедобен? Какого хера? Алло, вы чё? Вы чё творите, ироды? Давайте работайте. Можешь здесь не работать. Можете здесь не работать, но здесь работайте, давайте. Вот, лучше здесь работайте. Так, так-то лучше. Все, бетон привез? Привез. Отлично, сейчас все отремонтирую. Вот опять же, нафиг нам получается гидропоники тогда эти, да, нужны? Так, тоска по земле. Ну давайте, я не знаю, вам что-нибудь построю здесь, чтобы не тосковали сильно, там какие-нибудь парки. Так, физкультура. Игры, физкультура. Давайте сад камней, короче, вот вам здесь забабахаю. Пожалуйста, вот. Будете здесь тусоваться, тоже развлекаться. Вам, наверное, какую-нибудь развлекуха нужна типа этого, типа... Типа чего, типа... Что такое у нас? Средний уровень комфорта. Ну мало, конечно, комфорта, но ничего. Не могут получить еду? В смысле? Вот вам еда. Давайте вам смену открою так как-нибудь.
Блин, тут народу все равно не хватает. Ну, короче, понятное дело, что народу здесь мало, его не хватает, и надо сюда людей еще присылать. Что у нас по поводу этого? По поводу ракет. Давайте. Пассажирская ракета. 25 добровольно. Нормально все, погнали запустить. Запускаем. И сюда приземлим их тогда как раз. Приморсим, конечно же, господи, все приземлим, да приземлим. Здесь у нас нету нихера запчастей. Я понял, запчасти где у нас есть? Запчасти у нас есть здесь. Ну, давай, иди сюда, загрузи в себя. Вот пока приходится вот так вот болтаться, конечно, но что сделаешь? Что сделаешь, нормально. Так, и здесь все-таки давайте думать, что делать-то будем. Мы здесь хотим сделать с вами следующее. Я хочу, вернее, сделать так. Вот так сейчас просто напрямую здесь тогда отправим. Ну, может быть, не совсем напрямую. Может быть, придется сделать как-то вот так. Вот так. Во, все, сейчас они тут, надеюсь, сделают. И надо трубопровод тоже присобачить. По-нормальному, да, трубопровод. Так, давай, поехали. Ать. Ать. Во, вот так, все. А купол здесь сейчас уберем тогда. Купол уберем. Нафиг он здесь нужен? Он реально стоит, что-то там лишний ресурс наш тратит, только с вами, да и все. Уберем его, что-то все равно его не используем. У нас купол здесь. Купол здесь и купол здесь получается. До которого нам тоже нужно всего построить, чтобы добывать, блин, металлы. Хрен его знаешь, за что ухватиться, да, сначала. Все нужно, и там нужно, и сям нужно, и здесь, и тут. Ладно, поехали, давайте подключим его потихоньку тоже. Так, подключать мы будем тебя, наверное. Так, сейчас, подожди, я хочу более-менее прямо это сделать. Как-то вот так, да, наверное. Ну, давай вот так сделаем, да, все, малыши за работу. Электричество подключаем, здесь трубопровод подрубим. Все, здесь они, кстати говоря, расчистили. Можно спокойно делать тоже трубопровод. Так, давай, иди сюда. Ну, давай, ладно, тебя здесь протянем. Нет связи? С чем у тебя нет связи? Ну, в смысле нет связи? Ты же труба обычно, ты должна сюда переть. Пересечение с объектом. Ладно, давай тебя вот так все протянем. Там, глядишь, где-нибудь и получится, да, наверное, тебя соединить. Ну так, давайте сделать. А, во, все, поехали. Просто слишком длинный, типа. Давай сюда. Чик, и вот так. Все. Вот, будет. Будет нормалды, если они сейчас это построят, конечно же. А здесь нам с вами предстоит сделать следующее. Так, допустим, сюда они будут таскать все материалы необходимые, да? Дальше у нас будет работать вот эта вот команда замечательная. Так, иди сюда. Нужно склады где-то поставить. Склады нужно поставить на границе, получается, да? Так, ЦУ-дронами. Да куда ты у нас работаешь? Работаешь до сюда. Ну, значит, нужно склады где-то ставить вот здесь, короче, в любом случае. Типа там металлы, все, вот это вот опять же, да? Так. Металлы. Металлы, бетон нужен будет точно, еда нужна будет. Так, полимеры. Ну ладно, не так немножко поставил, как хотел, правда. Давайте, ладно, уберем. Здесь нам с вами нужно будет построить экстрактор металлов. Во. И сразу заселить всех, короче, нужно... Ой, жесть, сколько же всего. Ну давайте, ладно. Экстрактор металлов. 5 запчастей надо. Да, видимо, не сейчас. А когда, если не сейчас, тогда? Когда, если не сейчас? 2 запчасти осталось. Жесть, я не знаю, как мы это все успеем, но должны будем успеть. Такс, окей. Что-нибудь тут лучше стало хоть, нет? Ну да, да, да. Средний уровень комфорта явно улучшился у них, поэтому нормально. Поэтому все хорошо. Так, кабель опять поврежден. Где-то с металлами, конечно, задница получается. Но ничего, сейчас наш маленький друг будет нам в этом плане помогать очень сильно. Ездить везде и ковыряться. Так, что у нас по редким ресурсам? Надо смотреть. Сейчас ракету сюда пришлем, короче, в любом случае, и будем тогда заправлять ее редкими ресурсами. А здесь нихера у нас не работает, потому что запчастей, блин, так и нету. Так, давай. Запчасти загружай. Запчасти, да. А, ты уже загрузил, я понял. Сорян. Так, здесь ноль осталось. О, хохонюшки, хохонюшки. Что-то нехорошее начинается. Или что? Подлагало, непонятно. Ну ладно. Все, выгружаем. Сейчас здесь будем чинить и потом уже дальше займемся. Ну а мы с вами пока на эту серию завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. А увидимся мы с вами в следующей серии. Надеюсь, наша колония все-таки выживет и будет продвигаться дальше. Всем спасибо и пока.